Добрый вечер, друзья. Что сказать, такой праздничный день. Во-первых, спасибо большое Диме, спасибо большое Артему за эту самую возможность. И то, что вы услышите, оно будет немножко отличаться, те песни, которые вы слышите, они будут немножко отличаться от того формата, в котором, может, кто-то вас их слышал. Вот. Единственное, что у них останется, это простота и искренность. И мы просто хотим добавить немножко такого задора в песни. Поэтому... А можно гитару еще потише? Истинный век закован в старой, и на ее